Приветствую всех на канале. Сегодня получил посылку. Финский влагомер Wild 55. Сейчас распакуем и проведем обзорчик. Вот он. Здесь ремешок. Вот такой футляр. Сам влагомер. Инструкция и батарейка. Ставим батарейку. С инструкцией ознакомились и будем использовать. Вот здесь у нас шкала, мерить будем пшеницу. Закручиваем, чтобы вот здесь сравнялось. Включаем. Пшеница у нас под номером 1. Значит, ничего нажимать больше не надо. И ждем. Вот это наша влажность. Все. Вот так выглядит оригинальный влагомер.